страшная страна Украина. Страшная. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, 800 тысяч войска. Отборного, лучшего. Откуда взялась такая страшная сила? Не из воздуха же она соткалась. Нет. Что ж плакать об Алексее? Плакать это, конечно, не поможет. Его убили. Несомненно. Все ясно, пленных они не берут. Раз не вернулся, значит, попался вместе с дивизионом, и его убили. Вас обманули. Послали на смерть. Возможно ли, чтобы они за это не ответили? Они ответят. Будут они мучиться так же, как и мы. Будут. 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 Может, он еще жив. Все-таки он врач. Если даже и схватили, может быть, не убьют. Заберут в плен. Будут кошек жрать. Будут друг друга убивать. Так же, как и мы.